Ограничительные меры в Ядрине ужесточены. Это итог вчерашней поездки членов рабочей группы республиканского оперативного штаба. Сегодня наша съемочная группа побывала в одном из серьезных очагов заражения, чтобы проверить, соблюдаются ли новые требования. На въезде в Ядрин установлены два блокпоста. Проверяются все машины. Транзитный проезд через Ядрин, Ядринский район закрыт. Не, а вы объясните нам, как нам товар забрать? Вы сотрудник какого-то предприятия? Нет, частник. К сожалению, мы вас пропустить не можем. Заехать в Ядрин могут только имеющие прописку в городе жители или работники предприятий с непрерывным производственным циклом. Остальных сотрудники ГИБДД разворачивают. Еще один объект нашей проверки – рынок. Там вчера торговали немало людей, сегодня рынок пуст. Работает только одна точка, здесь продают рассаду. Открыты только вот такие помещения, где все индивидуально, я не пускаю. У меня, видите, стоит 1,5-2 метра ширина около каждой грядки. У каждой полосы есть дезинфицирующие средства. Обслуживаю клиента только в масках и перчатках, по-другому не допускается. Ко мне сегодня подошли и сказали, я имею право торговать только вот тут здесь, в этой теплице, ни на улице, нигде, только в этом помещении. Меньше стало покупателей в магазинах, опустили улицы. В полную силу заработал режим самоизоляции. Жители из группы риска могут купить продукты в ближайшем магазине, лекарства в аптеке. Обычные прогулки нежелательны. Каждые 2 часа обрабатываем, меняем перчатки, маски, дезинфицируем входы, выходы. На кассе у нас используются антисептические средства, дополнительные одноразовые маски, у кого вот нет возможности приобрести. Пока такая ситуация указом введена на 2 недели. Как все знаете, Ядринский район лидирует. Вот, пытаемся переломить ситуацию всеми силами. Хоть и с опозданием, но жители осознали, их безответственность – прямой путь к заражению. Как изменится ситуация, покажет время. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика.